Привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Clash Royale, и я решил активно заняться своим основным аккаунтом. Помимо того, что я фармлю золото в грандах, я еще хочу поднять глобал в этом сезоне. Но осталось всего лишь 6 дней, и надо как-то активно уже, блин, поднимать кубки, так как у меня всего лишь 500 трофеев. На данный момент я хочу сегодня сделать 5200, ну и сегодня, возможно, на стриме, может быть завтра, продолжим апать кубки. Сколько получится, сколько и поднимем. Обязательно приходи на стрим, если любишь мои стримы, ставь лайк, а если не был ни разу на стримах, проверь подписочку на канал и нажми на колокольчик. Нажмешь на колокольчик, придет уведомление, и ты узнаешь о моем новом стриме, что вот он начался, и ты... Привет, дорогие зрители, и я решил активно заняться своим основным аккаунтом. Помимо того, что я фармлю золото в грандах, я еще хочу поднять глобал в этом сезоне. Что это, родной? Это что такое? Случницами с мушкетером? Я даже понять не имею. Я такой деки не знаю. Ага, хок. Блин, ну удивительный какой-то хок. Че за бред? Че за колода? С варварами, с хогом. Блин, пацаны, я проигрываю. Скелетики, капец просто. Неплохая дека, мне нравится его колода. Что, варвары будут? Да, вот варвары. Ну, ему осталось там фаербол, бревно какое-то кинуть. Вот, блять. Итак, друзья, всем привет! Я нахожусь на основном аккаунте, я решил активно прокачивать... Я решил активно заниматься своим основным аккаунтом. Помимо того, что мы фармим 5 лямов золота на нем, я еще хочу, конечно же, поднимать трофеи в глобале. Отлично. Зап. Не, все, тут минус башни, пацаны. Да ну нах. Просто жесть, как тебе повезло, мудак. Чепечка, охренеть, пацаны, сколько дефа. Так, мини-пека. Не, не успею. 4 секунды. Ха-ха-ха, блядь, смешно, как, блядь, уёбок тупоголовый. Друзья, всем привет. Целый день, блин, сижу, апаю эти кубки и никак не могу взять 5200. Как-то все с ума сошли. С рекордами 5800 сидят так низко. Не знаю, что так сложно, но... Очередная попытка, давайте без... Я уже устал записывать эти дубли, давайте без лишних слов, сразу идем в глобал. Колода у меня гигант 3 спыла, поехали в бой. Ребята, пожалуйста, вы не представляете, как я устал. Поддержите меня лайком и подпиской. Эть! Ах ты ж какой, нифига себе, блин. Ой, как я ненавижу классик мортиру, просто вы бы знали. Я тебя понял, забрасывать ракетами будешь. Вот говно тупое. Ненавижу просто. Гейство это, так. Я тебя понял. Я тебя прекрасно понял, что ты хочешь сделать сейчас. И походу у него это получится сделать. Да, просто офигенно. Да я, блядь, рот еб... Фух, друзья, всем привет, это новый выпуск по Clash Royale. Вот так вот нестандартно начинаю ролик. Блин. Блин, я не знаю, как играть против трех мушкетеров, сука. И туда фаер, и сюда надо, везде фаер нужен. Блин, бесит. Бревно, все сливаю, пиздец просто. Последняя катка, ёбень-робень, я ебал в рот, сука. Привет, друзья, я пипец устал. Целый день апаю 5200 кубков. Целый день угробил на то, чтобы взять гребаные 5200 кубков. Все как с ума сошли. На этих трофеях сейчас находятся парни с рекордом 5800. Я просто офигеть как устал. Ну дайте мне уже эти 5200 кубков. Че так трудно даются? Блин, я думал будет проще. Давай, 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 давай. На, сука, на тебе. Мудак, с пекой. Блять, у тебя, ты хочешь сказать, у тебя, короче, есть фаербол, у тебя есть фриз, у тебя есть варвар, у тебя есть, сука, блять. Я не знаю, как выкладывать это видео, просто, это позор. Да я мини-пека, блин, эй. Воу! Я заберу вышку, нет? Я не забрал вышку. 15 хп, блядь. Я устал их апать. Пацаны, целый день угробил на то, чтобы взять 5200 кубков. И вот на отметке 5100... Ну, рекорд какой у меня там? 569? Ну, насрать. Да, челик, вот так вот нелегко. А еще знаете, в чем проблема? Добавили внезапную смерть. Время добавили внезапной смерти. Теперь не одна минута, как было раньше, а 3 минуты. И мне приходится с теми колодами, которыми я, ну, не могу выиграть. Такие, как классик мортира. Там цикл просто крутится, как, я не знаю, как спиннер, блин. Ну, нереально прокрутиться и снести вышку. С такими колодами я в основном играл на ничью. Играть на ничью 6 минут, это охренеть как долго. И в основном я проигрываю таким деком, которых не могу выиграть. Запчик, 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 запчик. Куда, сколько урона? Я не рассчитывал, сколько урона пропускать.
300 хп осталось. Фаербол, 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 безусловно. Фаер летит. Летит прям в личко ему. Так, пацаны, крутимся до фаербола, крутимся до фаербола. Срочно до следующего фаербола крутим. Так, вот он фаербол. И все, и забрасываем его. Забрасываем, если я успею, конечно. А Заб добил бы? Не, Заб бы не добил. Блять! Извините, вырвалось.